качественный чайник, который стоит где-то примерно от 3 до 5 тысяч рублей в магазинах интернет и офлайновый. Мне он вполне нравится, особенно тем, что может управляться смартфоном. Ну, то есть программа, которая устанавливается на свой смартфон Android, либо iOS. И дистанционно готовить себе чай. Ну, то есть не готовить, а заранее поставить его кипятиться на нужную температуру. А придя уже налить, собственно, в заварку, либо растворимый кофе. Также согреть молоко определенной температуры. В общем, в инструкции все это описывается. Он прозрачный, частично достаточно яркий по стилю, светится подсветкой различной по температуре. Что вы увидите при использовании кнопки, находится на ручке сенсорной. Еще воду удобно наливать непосредственно в него из крана либо фильтра, не снимая крышку, так как в ней есть специальное прозрачное отверстие, дырочка, закрытая крышкой под, как сказать, водой, ну то есть наливанием самим процессом она открывается. Есть специальная ситечка, чтобы вода, чтобы мусор из воды не попадал в напиток, ручка плотная и не скользкая. Работает от электрической сети 220 вольт. Провод, скажем так, не слишком длинный, но в принципе его хватает для использования вот нашей розетки. Разметка видна с обеих сторон стеклянного купола, хоть и белым шрифтом, но достаточно крупно и понятно. Освоить его относительно просто, хотя, мне кажется, пожилому человеку сенсорные кнопки будут не слишком удобны, так как они хоть и заметны по написанию того, за что отвечают, но довольно-таки мелкие по размеру. Так что в этом плане лучше выбирать что-то более простое. Так, время закипания полноценного чайника где-то 2-3 минуты. Есть гарантия, как полагается, на него. Место изготовления Китай. Фирма довольно-таки известная и популярная, Polaris. Советую вам его купить, так как вроде как надежный, прочный, где ничего не ломается, не скрипит, тем более не перегорает. Также фишки довольно-таки любопытные, которые можно использовать в нем. Есть даже рецепты в приложении различных напитков и температуру, при которой их удобнее всего готовить. То есть производитель подумал о нас, о наших идеях, о том, что этих идей может не быть. Спасибо вам всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Любое внимание приветствует, тем более сейчас. А монетизация, ну, нет так нет. Всем спасибо и ждите новые обзоры, интересные, любопытные, обо всем на свете. Всем пока. Качественный чайник, который стоит где-то примерно от 3 до 5 тысяч рублей в магазинах интернет и